13 к 2710.07.2018 обновлено 13/28/2018 года 402115 Москва 10 ю. РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил привлекать волонтеров к поиску запрещенной информации в интернете, а также к профилактике наркомании и подростковой преступности. Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности. Партнерские отношения можно выстраивать не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге интернета по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомании, подростковой преступности, сказал Колокольцев, выступая на первом всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов. Он добавил, что МВД в каждом втором российском регионе уже заключило соглашение о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей. Насколько широко и быстро будут развернуты поисковые мероприятия, насколько качественно будет организована эта работа, тем больше будет спасено человеческих жизней, подчеркнул глава министерства. По его словам, в 2017 году при содействии волонтеров найдены несколько тысяч человек, треть из них – дети. Решетка Владимир Колокольцев, решетка МВД РФ, решетка Россия.